завтрашнего дня 602-й маршрут прекратит свое существование. Вместо него до Красноярска с железногорцев будут возить автобусы номер 189. По сути, это тот же 602-й, только с другим номером. Стоимость проезда, время и место отправления остаются прежними, с одним только нововведением. Маршрут получит статус пригородного, а значит, на нем будут действовать все льготы, положенные владельцам социальных карт.